Здравствуйте, меня зовут Данил, и я часто передвигаюсь на общественном транспорте. И часто замечаю, как водители транспортных средств устраивают между собой гонки. В салоне могут находиться много людей, но они при этом, как будто бы не думая, начинают быстро набирать скорость и резко тормозить. Люди не успевают хвататься за поручни во время таких гонок. Хочу обратиться к водителям общественного транспорта. Не забывайте то, что на вас лежит огромная ответственность за своих пассажиров. Если вы выбрали эту профессию, то покажите себя как профессионала. Давайте вместе соблюдать правила дорожного уважения.